Здравствуйте, 30 апреля, то 20 лунный день. Созвездие Ангарак со стихией огня, с элементом дерева. День для отзывчивых и храбрых людей, воинов. Благоприятнее заключение контрактов, приобретение имущества, вложения, спонсорства, меценатство, земельной работы, дорогу. Благоприятен для всех решительных и благородных дел. Не благоприятен для сватовства, свадеб, медицинского воздействия, как операции в колонии. День благоприятен для людей, родившихся в год змеи, лошади, мыши и свиньи. Не благоприятен годам обезьяны и курицы. Ребенок, родившийся в этот день, будет творчески духовно богатым, без стремлений к наживе, способный ясно тратить все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. В Волгинском национале будет хорал с оголенным ином для устранения препятствий. Начало в 9 часов утра. Будьте щедрыми!